Когда все началось, это было полное безумие. Все вокруг вопили. О боже! Повсюду игра собирала целые толпы, это был феномен. Очереди за игрой были просто из каждой двери. Нам никто ничего не запрещал, поэтому мы ее сделали. Тогда вообще не было правил. Это был Дикий Запад, игра промо. Когда мы первый раз протестировали битву смертных, мы поняли, что она уникальна. То насилие в игре и история. Эту комбинацию игроки приняли очень хорошо. Одной из самых главных частей, которая принесла битве смертных такой успех, был элемент секрета. Мы никогда нигде не освещали, как делать специальные приемы, вы должны были догадаться. Играете вы такой в игровом зале, и тут слышите: «Эй, как ты это сделал?» А человек отвечал, что это секрет. Вы нажимали на пару кнопок, и выпрыгивал рептилия, и вы такой: «О боже, я этого совсем не ожидал!» Фаталити стала одной из самых важнейших частей битвы смертных. Тут дело было совсем не в насилии, это был просто клевый секрет, про который никто не знал. Есть такой персонаж Эрмак, он что-то типа выворачивал твое тело наизнанку, а потом вытягивал из себя кишки. И это самое отвратительное, что я когда-либо видел, и поэтому это, наверное, мой самый любимый прием. В битве смертных всегда присутствовал элемент юмора. Мы думаем, это смешно. Я был удивлен, какое большое влияние разные версии битвы смертных оказали на консольные войны. В то время вышло две версии игры, одна была на Super Nintendo, а другая на Sega Genesis. Версия Genesis была лучше в игровом плане, а версия Nintendo — в визуальном. И уже потом, когда прошел примерно год с выпуска первой битвы смертных, она стала выходить на всех остальных системах и превратилась в что-то типа в культурный феномен, называемым битва смертных. «Битва смертных!» Помните эту рекламу? Она еще больше подлила бензина в огонь под названием «Битва смертных». Конечно, у нас не было ни малейшего представления, какое влияние она окажет на культуру. Разные люди, которые даже не играли в игры, все равно знали, что такое «Битва смертных». Даже сейчас я каждый раз удивляюсь, когда вижу отсылки на «Битву смертных» по телевизору. Кто-то говорит: «Добей его!» Вы знаете, откуда это. Но даже если это не отсылка к «Битве смертных», вы все равно думаете, что это отсылка к «Битве смертных». Мне нравится творчество, которое сообщество «Битвы смертных» создает. Это большая честь видеть, как те вещи, что мы создали, вдохновляют столько людей. Но мы не считаем это личной заслугой, что у нас самые лучшие фанаты в мире. После 25 лет поддержки я хочу сказать от всего сердца: спасибо, что были с нами в этой невероятной поездке. То, что фанаты поддерживают нас на протяжении 25 лет, подталкивает нашу команду пытаться оправдать их ожидания, какой же все-таки должна быть следующая битва смертных. Я в предвкушении, какое будущее ждет битву смертных. Это бесконечное число возможностей, про которые мы еще не можем рассказать. Вы же знаете, я не могу раскрывать вам тут секреты. Я уже слишком много сказал. Иди сюда!